спрашивает, чем измеряется польза или вред обществу? Что такое польза, что такое вред? Насколько общество ближе к тем отношениям между товарищами, подобное высшему свету? Что я еще могу сделать в обществе? Общество дает мне возможность подействовать на товарищей, подобно свету, который должен подействовать на нас. Я должен быть подобен высшему свету. И тогда я его получу. Что непонятного? Дуди, ты не согласен? Ты смотришь, будто что-то новое сказал. Это уже мое, я дополняю. Но здесь написано, если индивидуумы выполняют свою роль в обществе и получают не больше необходимого и не посягают на долю других, что получают, что дают? Это уже речь идет о исправленном обществе. Он же говорит об этом, когда оно совершенно, когда каждый полностью себя отдает, все, что у него есть. И каждый получает от общества только для того, чтобы функционировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.